Продолжаются работы по благоустройству мемориала «Огонь славы» к 70-летию Победы. Над бетонным основанием мемориала рабочие возвели тепловой модуль, чтобы можно было приступить к следующему этапу – облицовке гранитной плиткой. Для проведения таких работ нужна плюсовая температура. Для этого и был смонтирован тепловой модуль. Четыре тепловые пушки поддерживают температуру немного выше 5 градусов. Этого достаточно для производства работ. Сейчас рабочие проводят подготовительные работы по заливке основания. На следующей неделе приступят к облицовке плиткой. Для мемориала будет использовано более 400 квадратных метров гранитной плитки. Саму площадку и ступени выполнят из термообработанного гранита, чтобы избежать скольжения в любую погоду. А стела, звезда, подиумы под ступеньки из полированного. К началу апреля предстоит закончить работы по благоустройству всего мемориала. Затем демонтировать ограждение, навести порядок на прилегающей территории. К 1 мая работы должны быть завершены. Благоустройство территории вокруг мемориала будет продолжено. Сбор средств на реконструкцию комплекса также продолжается.